Здравствуйте, друзья! Меня зовут Глеб Плесовских, и я автор книги «Секреты успеха юриста и адвоката». Так сложилось, что за последние несколько лет я сам прошел путь от следователя Следственного комитета в регионе до адвоката, председателя коллегии адвокатов в Москве. Со временем ко мне начали обращаться мои бывшие сослуживцы, которые только планировали начать свою частную практику, а также уже вполне состоявшиеся в профессии наши коллеги, юристы и адвокаты, которые хотели профессионально развиваться и хотели расти. Когда я давал им те или иные рекомендации, в том числе опираясь на свой опыт, я стал оформлять эти мысли в небольшие заметки, сначала для своих социальных сетей, потом в статьи, и со временем родилась идея этой книги. Я по себе знаю, насколько тяжело начинать новую для себя деятельность, например, уходя с государственной службы в свободное плавание и начиная частную юридическую практику. Или как тяжело понять, что на самом деле ты делаешь не так, когда на протяжении долгого времени уровень твоих клиентов и доходов остается неизменным. Ответы на эти и многие другие вопросы вы и найдете в моей книге. Я уверен, что книга станет настоящим подарком для любого практикующего юриста и адвоката, как начинающего свою практику, так и уже вполне состоявшегося в профессии, но который по тем или иным причинам не может пробить своеобразный потолок и желает профессионального развития. Книга дает конкретные алгоритмы, конкретные советы, а также мой опыт, пусть и не всегда положительный, который, уверен, поможет и вам. А если что, я всегда остаюсь на связи. Находите меня в социальных сетях, заходите на сайт и покупайте книгу «Секреты успеха юриста и адвоката».